Там из Москвы добрые люди рассказывают, что было совещание у Путина. Ну, так. Позавчера, по-моему. Позавчера. И он очень сильно кричал на генералов. Хорошо, хорошо. Чем-то он был очень сильно недоволен. Очень. Мы догадываемся, чем. Вот они не сделали из того, что обещали. Что? Вопрос только в том, что... Ну, как бы я боюсь загадывать. Но некоторые признаки происходящего меня обнадеживают. А наиболее меня обнадеживает, это даже не то, что они не ломанулись наступление, будучи готовым по состоянию на воскресенье, а снятие войск. Снятие войск Запорожского и снятие войск с направлений, которые там, условно говоря, до Донецка, до Попасной, в пользу Попасной. Такая. Держим finger crossed, но признаки весьма благоприятны. Ждем, ждем Володеньку в окопах с пистолетиком, ждем. Если то, что я думаю... Кутузова, ждем, ждем. Если это то, что я думаю, то это будет носить страшные, страшные заголовки. Я уже телеграм-канал вязает наши онлайн, сейчас выставляют и так далее, и пресса. Суть не в этом. Если это то, что я думаю, если они подсдохли и не способны больше наступать, не концентрируя войска, перебрасывая, не делая весь основной фронт, такой, как промокашка, еле-еле способны охранять, это означает, что они проиграли по темпам еще до того, как пришел ленд-лиз.